Всем привет, сегодня в «Привет, соседи 2 бета» будем смотреть анимацию Герда. Еще также проведем некоторые эксперименты. Стартуем. Для того, чтобы нам комфортно начать игру, нам либо нужно зайти в офис рабочий, либо использовать баг из скоростного прохождения. Все, видите, ворон здесь. Ну, смотрите, еще можно баг использовать, чтобы не разбиться. Раз, escape нажимаем, и мы плавненько спускаемся. Сейчас мы с вами будем смотреть анимацию того, как Герда готовит пирог. Для этого нам нужно будет раздобыть рецепт со второго этажа. Вот, смотрите. Ой, я дверь не до конца закрыл. И данную тоже можно закрыть. Она ничего не заподозрит. Рецепт находится на столике. Так, ну Герда же сейчас сюда придет. Получается, давайте спрыгнем прямо с крыши. Смотрите, смело вниз. Эскейп. И все. Мы как на парашюте спускаемся. Заходи. Мы сейчас с вами прямо на верстак ее, кулинарный, поставим этот пирог. Размещаем, все. У нас есть также отмычка. Она сейчас будет готовить пирог, представляете себе? Ну я такой анимации еще не видел. Данную возможность мне показал подписчик. Так, Герда меня, кстати, здесь не видит. Ну-ка, себе закрыть. Вау. Если знаете другие какие-либо анимации в игре, например, как Герда может испачкаться тестом, обязательно пишите в комментариях, потому что мы с подписчиком не поняли, как же это производится. Смотрите, забаговал дверь. Можно дальше шагнуть. Еще. И открылись. Возможно, пойдет готовить, но нет. Надо быстрее у нее выкрасть круассан, потому что у нее булочное изделие на витрине есть. Ей нет резона готовить пирог. Да, конечно. Залезаем. Заходи, заходи, заходи. Все, я у него круассан украл. Можем даже его выкинуть куда-нибудь. Пусть сосед поест. То есть сейчас на витрине товаров нет. Ей нужно ее пополнять. И получается, Герда будет готовить пирог. Аж прям бежит. Так, ну похоже, дверь-то закроет. Если закроет, пойдем сбоку. У нее как будто красные конверсы. Как и за все тяжкие у Уолтера Уайта были. Смотрим. Она смотрит рецепт. Фантастика. Похоже, только отсюда можно наблюдать. Дальше пойдет к морозильнику. Смотрите, достает заготовку для пирога. Там еще одна осталась. Но уже как будто выпеченная. Открыла печку. Поставила пирог. Дальше что? Идет ставить будильник. И похоже обратно пойдет. Все, не отвлекаем. Отвлекать будем потом. Наблюдаем через витрину магазина. Вот это да. И что она будет делать, когда пирог приготовится? Все, уже будильник прозвенел. Сейчас обходим. У нас сегодня с вами видео посвящено анимации Герды. Также сегодня попробуем побаловаться, поставить рецепт таксидермисту. Сможет ли он приготовить пирог? Куда ты пошла? А, она на будильник посмотрела, что пора уже вынимать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. В прихватках, кстати, руки-то. Горячий пирог. Ой-ой-ой-ой. Она к витрине, скорее всего, пойдет. Пришла с пирогом. Как будто бы щит держит. И положила. Так, пирог уже готов. Если мы сейчас пирог заберем, что она будет делать? Давайте ее отвлечем здесь. Мы посмотрели с вами анимацию приготовления пирога. Что будет, если выкрасть пирог снова? Есть у нее какой-то лимит по пирогам или нет? Или она уже будет готовить круассан, хотя рецепт мы положили именно для пирога. Да пирог также выкидываем. Пусть ворон уже поклюет. Ах ты, закрылась. А если сесть? Не замечает? Да, лучше бы нам анимацию посмотреть прямо в прямом эфире, близко к ней. Не замечай, не замечай меня.
мимо пошла. Сейчас же она увидит, что на витрине-то ничего нет, как будто бы товары выкуплены. Зашла к себе. Смотрит, ничего нет, пошла готовить. Неужто она меня не замечает? Давайте опять встанем. Фантастика, да неужто получится? Вот это да, мы смотрим анимацию максимально близко. Смотрите, как забаговался у нее фартук. Пошла за пирогом. Достает из морозильника. Как будто со щитом. А, и сейчас пойдет ставить будильник. А если я раньше заведу? Я завел. То есть можно позже завести. Все, пусть возвращается на свое место. Закрыла. А если пирог достать? Мы пирог достали, прикол. Что? Мы пирог достали. Смотрите, у нас есть неготовый пирог. Это ж фантастика. Кстати, он даже слегка подрумянился. Так, я его, получается, выпнул? Или что? Или его вернули? Будильник, кстати, не звенел. Она пойдет сейчас доставать ничто. Ой-ой-ой, а вот это уже жестко. А это прям очень жестко. Зачем ты пошла смотреть рецепт? Такая сверилась. Она просто убедилась, что нужно засекать было именно столько. Ну-ка, 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 ну-ка. Там ничего не было. Она прямо сразу же за следующим пошла. У нас его в инвентаре нет. И Герда меня не замечает. И это очень хорошо. Все, завела будильник. Но куда же я выпнул пирог-то? А давайте сбегаем за первым самым пирогом, который был готов. Сравним его текстуру. Так, меня сейчас, похоже, ворон поймает. Да, ворон поймал. Вот так просто бегайте. У меня, конечно, настолько был серьезный скилл, когда я проходил с 20 секунды. Просто невообразимый. Вот просто бежите, смотрите. А, у нас уже заспавнили к Герде. Понятно, готового пирога пока нет. Можно залезть также здесь. А, все, пирог принесла. Положила. Вот и готовый пирог. Сейчас его возьмем и сравним по текстуре. И залезай быстрее. Все, у нас есть готовенький. Давайте его на стол положим. Куда я его положил-то? Куда? Вот так можно украсть пирог. И залезаем. А давайте за отмычкой сбегаем. У нас получается пирог уберется в инвентарь. Смотрите. Все, пирог в инвентаре. Сейчас сравним с вами не готовый пирог и готовый. Он носится прямо, смотрите. Резко к рецепту прибежала. Она говорит, я не знаю, где он. Я так вижу, что пирог-то похож на неготовый пирог, смотрите. Куда ты ушла? Она поняла, что на витрине ничего нет. Достаем отмычку именно. Также мы сегодня будем смотреть анимацию того, как Герда будет тушить пожар. Так, убедилась. Так, а что если у нее попытаться выкрасть? Не-не-не, нельзя. Побежали быстрее. Она на этом столе меня не видит почему-то. Ух ты, пинает, пинает, пинает. Открыла. Ёкарный вешен. Попался я с открытым морозильником. Ну-ка, пирог забрала.
Она все забрала у меня. Залезаем лучше здесь. Да, вот ворон стоит, смотрите. Клиент пришел. Ворон, привет. А, ну пирога здесь все равно нет. Она выхватила, главное, мне. О, морозилка открыта. Это жесть. Все в пирогах. Смотрите. Чудеса. Смотрите, они бесконечные. И она сама с пирогом ходит. Вау, 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 вау. Что ты делаешь? Что? Подождите-ка, йоу. Я Герду испачкал пирогом. Вы видели прикол? Так, быстрей. Герда, Герда, Герда. У нас сегодня вообще мега интересное видео. Она испачкалась. То есть она пошла сейчас мыться. Она пошла в ванную мыться. На стол. Не лови, не лови. Она отмылась. Такая спокойненько стоит. Смотрите, у нее как будто вишня застряла в руке. Ворон, привет. Да, пирога готового так и нет. Смотрите, у нас просто бесконечные пироги. А, то есть можно их все забрать, что ли? Ах ты, не-не-не. На. Видите, что произошло? Герда испачкана в тесте и ходит при этом. Смотрите на нее. Она испачкана. Эту анимацию мы с вами получаем, если бросаем в нее пирог. Так, ну он скоро будет мыться. Давайте заодно еще возьмем пирожок. Иди ко мне. Сейчас все равно придет мыться. Закрываемся. Все. Побежали в ванную, там ее будем ждать. У нас сегодня просто мега интересное видео по анимациям Герды. То есть, можно ее застать в ванной? Я уже готовенький с пирогом. Может, как-то на лейку можно залезть? Сейчас посмотрим, как она будет мыться. Зашла. Что у нее в руках? Какая-то интересная приспособа. На. Что с пирогом? Все, испачкали снова. Смотрите, у нее как будто бы паяльник. Или это рукоятка? На, я заранее включил. А я ее отмыл случайно. Она не сама мылась, ее вода отмыла. Фантастика. Ну-ка, под ванну можем упасть? И упали к ней, ура. Все, мы под ванной. Давайте все начнем заново. Рецепт Герды попробуем отнести таксидермисту. Но для начала нужно его забрать. Кстати, мы можем же с вами на второй этаж так залезть. Смотрите. Отсюда и на крыльцо. Все, и мы уже у столика. Бежим до такси. Только давайте в обход. Escape. Все, и плавненько спускаемся. Побежали. Нас здесь ворон ловить не должен. Это не его территория. Бежим до таксидермиста и посмотрим, что будет, если мы поставим рецепт Герды ему на стол. Так, где ты там сам? Потом его чертеж поставим ей. Таксидермист пришел. Закрываемся, успел. Проверяем, что же получится. Ничего не ставится. Он не ставится, все хорошо. Теперь побежали тогда, наоборот, возьмем его чертеж. Ничего себе. Это была жесть. Иди ко мне. То есть он меня не видит?
Все, убегаем. Он вообще конкретно слепой. Его чертеж захватываем и побежали до Герды. Только, конечно, в обход дороги, потому что иначе там поймает ворон. После этого будем воспроизводить анимацию, как Герда тушит пожар. Быстрее дотянусь. Не дотянулся. Ах ты. Кстати, надо было Escape нажимать. Поставишься ли? Не ставится. Понятно. А вот такой поставился. Все. Сейчас смотрите, как мы сделаем пожар в доме. Нам нужно будет просто Герду отвлекать, чтобы она не успела достать пирог. У нас сегодня уже было две анимации. Как Герда выпекает пирог и как она пачкается тестом и идет мыться. Да, кстати, интересный момент, что можно залезать даже на зонтики. Вообще прям полная свобода действий. Герда, привет. Быстрее залезай. Все, круассана у нее нет. Зато он есть у нас. Теперь ей придется готовить пирог, потому что у нее ничего нет. Кстати, давайте для начала вообще попробуем, чтобы она нас приготовила. Я просто в печке буду сидеть, тестово. И насколько она вообще удивится, встретив меня в печке. Вообще не удивилась, ну-ка. Она в меня кинула пирогом. Я в огне? А где пирог-то? Фантастика. Ну-ка, если в нее круассан кинуть. На. Испачкал или нет? Она не знает, где я. Я закрываюсь. Просто в аду сижу, смотрите. Круассан. Не-не-не. Круассан уже испечен. Он не из сырого теста, поэтому мы не можем ее испачкать. Все, сейчас будем Герду отвлекать. Это будет прям настоящая жесть. Я, кстати, там пирога вообще не вижу. Куда она его поставила? Похоже, выкинула за пределы. Она не идет. Что с тобой? Где она? Она там, смотрите. Герда умеет уходить за пределы кафе? Зачем? Так, я пирога не вижу. Почему он не горит? Это просто 5 с плюсом, что сегодня получилось. Герда, иди ко мне. Пока что ничего не задымилось. Очень странная ситуация. Она, кстати, направо пошла. Смотрите, пирог не горит. Потому что я там сидел. Залезаем в печку. Полезай в печь. И закрываемся. А, только сейчас зазвенел, понятно. А вот сейчас будем отвлекать. Иди ко мне. Все, пусть ловит. И пирог должен был задымить. Но, похоже, его вообще там нет. Ничего себе, она скоростная, прикол. Смотрите, ничего не дымит. А что он доставать-то будет? На. Кстати, это ее тоже, получается, отвлекает. Она уже выключила газ. Тут ничего нет. Там ничего нет. Это как так-то? То есть она новый будет готовить? О, у меня следы после печки черные. Фантастика. Я следы оставляю черные, смотрите. Ну-ка, вот здесь оставляю. Тема. Это какой-то космос. И где Герда-то? Почему она села-то опять? У тебя товаров нет на витрине. Иди готовь. Что случилось-то такое? На. Не, не закидывается. Или я следы всегда оставлял? Такое ощущение, что не было их никогда. Открывает холодильник, который тоже можно ставить в открытом состоянии. Ничего себе, она злая. Смотрите, она злая. Будильник зазвенел. Прикол. То есть уже готово?
Сама завела. Злая ходит. Так, уходи. Фантастика, ну-ка. А вот сейчас так пирог видно. Ну-ка, я залезу. А, то есть я его выпнул опять. Поставил круассан жариться. Он же сейчас сгорит. На, иди ко мне. Так, нет-нет-нет, ну почему не дымишь-то? Похоже, сбивается. Ну-ка, что достанешь? Круассан? Там черный круассан, похоже. Вы видите, он черный. Ее пирог просто сгорел бездымно. Фантастика, ну-ка, круассан. Что? Он черный, все. Черный круассан, смотрите, вот, доказательство. Чернющий. То есть, оказывается, его можно сжечь. Все, сейчас давайте пирог не скидывать. Потому что он улетает и поэтому не загорается. В игре все так классно запрограммировано, что реалистично. Если пирога нет, то нечему и гореть. Она сейчас будет играть в футбол мешками с мукой. Бам, распинала. Круассан черный. У него может быть, значит, три состояния. Белый, коричневый и черный. Все готово. Но мы сейчас будем ее отвлекать. И пирог, получается, сгорит. Вон он стоит там. Иди ко мне. Есть, сейчас все задымится. И мы увидим новую анимацию. Да вот я здесь. Иди ко мне. Ёкарный вышел. Я думал, она пойдет дальше. Ладно, я зайду с главного входа. Главное ее отвлекать. Там дымарь уже пошел. Там дым, 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 дым. Она открыла эту комнату с огнетушителем. Фантастика, она открыла ее. Попытаемся специально. Дым, смотрите. Иди ко мне, я хочу попасть в эту комнату. Ах ты жесть. А как, ты же будешь убирать еще? Она тушит что-то, где ты? Она тушит пожар. Фантастика. И ручку, кстати, спустила вниз. Ой-ой, меня тушить не надо. У нее есть огнетушитель, кстати. Залезаем. Что дальше будешь делать? Понесла огнетушитель ставить. Заходим за ней. А, попытаемся специально. Ой-ой-ой, вот это уже супер. Она не знает, что со мной делать здесь. Меня здесь быть, похоже, не должно. Смотрите. Она поймать здесь не может. А, кстати, ты огнетушитель не поставила. Вы понимаете, насколько крутой прикол? Кстати, сюда можно какие-то дрова, видимо, класть. Я, кстати, сам могу открывать с этой стороны. А, вот отсюда нельзя. Вам открыли. Черный круассан. Мега успехи просто получили сегодня. Попадаемся, ладно. А, вот как. То есть у меня режим невидимости появился. Все, меня не видно, смотрите. Меня Герда поймать не может. Это просто 5 с плюсом. Пирога здесь нет. Кстати, он в печке есть. Просто режим невидимости. А, кстати, еще рукоятка есть. Можно вот так закрыть. Она пока огнетушитель не вернет, похоже, меня не будет видеть. Угрожает, хочет потушить. Видите, она прям нажимает на кнопочку. Ладно, относи. Герда должна понять, что я ушел. Что? Зачем ты его тестируешь там? Ну-ка, поймает ли? Она не ловит, все, класс. Я прячусь. Все, типа смотался. Зачем? Смотрите, как сегодня Герда забаговалась. Она там тушит что-то непонятное.
Что она делает? Она просто берет огнетушитель и тушит, не пойми что, стену, видимо. Она не может его убрать. Поднимает, тушит и кладет. И он как будто бы заново открывается. Дверь открыть не может. Заходим. Огнетушитель получен, все. Ей теперь его не добыть. Что? То есть она даже тушить не сможет? На! Чтобы у меня не отняла. Ничего себе у нас сегодня экспериментальное видео. Ждем, чтобы нас похватилось, что на витрине нет товаров. И также дождемся задымления. Это у нас будет сегодня последний эксперимент. Потому что огнетушителем она теперь не воспользуется. Так, ну-ка на зонтик. Ой-ой-ой, это я рискнул, конечно. Ворон здесь. Что ты там делаешь? Он сам то же самое сделал. Паркурил как будто бы. Принесла пирог, поставила его. Сейчас будет заводить будильник. Обязательно нужно, чтобы она это сделала. Завела, молодец. Ну, она злая прямо, смотрите. Кстати, тут доски есть. Это очень интересно. Все, пусть сейчас пирог загорается. И посмотрим, как же она будет тушить. Из-за мешка не может открыть дверь. Пользуйтесь даже этим моментом. Все, сейчас все полыхнет. На. Ёкарный выжил. Кстати, ты меня поймаешь вообще или нет? Или она только бегает за мной? Что ты делаешь? Зачем? А зачем? Еще же ничего не горит. А, нет, все загорелось. Она держала руку перед лицом. Вы поняли прикол? А, то есть у нее огнетушителя реально нет. Она руку перед лицом ставит. А, и все, ушла спокойно. Даже тушить не стала, потому что знает, что огнетушителя нет, смотрите. Идет заказ вот в таком состоянии, ее булочной. И сейчас давайте посмотрим, сможет ли она поставить пирог прямо в дым. Прямо с рукой перед лицом идет к рецепту. Но дым потихонечку рассеивается. Прикол, просто в настроении она. Все супер. Пока что идет за пирогом, смотрите. У нее срабатывает анимация, что она задыхается от дыма. Ой, так она с закрытой дверью взяла. Ну-ка, смотрим. Поставила прям в дым. Это получилось. Просто дымарь. Смотрите, сквозь дым идет за рабочее место за свое. Так, зачем я вставал вообще на стол? А если я сам возьму пирог? Дым пройдет? А если поставлю? Что дымит, интересно? Испачкали. И получается, сейчас спокойненько можем направиться в ванную. Чтобы нам мыло лицо. Потому что меня Герда теперь не ловит. Прям очень хорошо подыгрывает нам. Давайте смотреть здесь стоять. Все, вот такой у нас будет сегодня итог видео. А, типа смотался, хорошо. Смотрит на конверсы. И пришла мыться. А если выключим? Вся в грязи просто. Там снизу дым. Она вся в тесте. Смотри, какой мрак вообще. А, типа закрыла? Так она не отмылась. Она не отмылась, вот она вся в грязи. Я ей воду вырубил. Мы сегодня с вами посмотрели, скорее всего, все анимации Герды, также некоторые баги игры. С вами был Топси, всем пока.